Астрологический прогноз от салона Мандрагора. 17 декабря, среда. Овны покажут себя истинными экспертами в своей области. Успех в финансовой сфере вполне возможен, но придется поднапрячься и действовать целенаправленно, не отвлекаясь на другие проекты. Мир вокруг полон соблазнов. Тельцы предпримут необходимые шаги для установления прочных контактов с партнерами, сослуживцами и начальством. В семье наметился курс на обновление отношений. В этот период партнер весьма склонен к компромиссам и сотрудничеству. Близнецы в результате важного разговора получат новое направление для продвижения. День навевает вольнолюбивые мысли и порождает стремление к переменам, новым контактам. При этом вы умны, обаятельны и весьма изобретательны в доводах. Некоторым ракам придут в голову романтические фантазии и затеи. Профессиональным делам свежий взгляд тоже не помешает, однако слишком смелые решения предстоит реализовывать в одиночку. Не рекомендуется перенапрягаться, избегайте переохлаждения. Львов может настигнуть приступ гнева. Те, кто попробует перечить вам, явно пожалеют о своем нахальстве. В целом отношения из-за этого обострятся, так что подумайте, прежде чем давать волю эмоциям. Хороший день для спорта. Девы, у вас благоприятный период для визитов к начальству, хождений по учреждениям. Вы будете легко настраиваться на собеседника и, как следствие, влиять на него. Помните, что все новое воспринимается сначала в штыки. Выждите какое-то время и снова постарайтесь донести идею до собеседника. От весов финансовые вопросы потребуют продуманных действий. Необходимая информация у вас уже есть. Теперь дело за тем, чтобы сделать выбор. Будьте внимательны к снам, предчувствиям, советам близких. На пути скорпионов могут возникнуть препятствия объективного характера. Одновременно возрастают чуткость и уверенность в себе, и это идет на пользу делу. Отправляйтесь туда, куда вас ведет сердце, иначе вы проживете чужую жизнь. Стрельцам будет тяжело согласиться на компромисс. Проявите чуть больше терпения к чужой точке зрения. То, что вам сейчас действительно необходимо, это перемены. В первую очередь это относится к здоровью и способу проводить свободное время. Уделите больше внимания близким людям. У козерогов благоприятное время для налаживания связи и заключения сделок. Осуществление некоторых задач потребует огромных запасов энергии. Хорошее время для трансформации негативных эмоций, работы с подсознанием. Водолеи. Утренние часы оптимально подходят для усвоения сложной информации. Звезды советуют перестать растрачивать себя на сожаления об упущенных возможностях. Принимайтесь за новые проекты. Рыбы. Самые неприступные вершины и непокоренные глубины могут стать вашими. Удачный период для установления более коротких отношений с нужными лицами. В отношениях с близкими у вас появится возможность избавиться от некоторых проблем, взаимных претензий. Спонсор программы – потомственная предсказательница Раиса. Гадание, эффективный приворот, снятие порчи, сглаза, воссоединение семьи, оплата после результата. Телефон 276-95-63.